Красноярске, если находится объект в охранной зоне сети, это не является основанием для сноса демонтажа. Да, если большие там сети идут, там теплоснабжение, там огромные трубы, да, и на них объект стоит, возникает вопрос. Предприниматель сдвигается с этих сетей, чтобы коммунальщики имели доступ. Но когда рядом сети находятся, мне кажется, здесь никаких препятствий нет. И здесь надо точно вопрос решать положительно в пользу предпринимателей.